все же понимают, что сейчас не лето. Поэтому, чтобы не простыл. Спасибо всем тем, кто посмотрел последний ролик в видеоблоге моем, откликнулся, дал комментарии. Я нахожусь в так называемой самоизоляции, хотя это трудно назвать изоляцией. Я тут не один, я продолжаю работать, просто на удалении. Ну и многие задали вопросы. На большинство из них я дам ответы, но поскольку шрифт здесь мелковатый, я тогда буду в очках. Так, Алексей, в своем последнем видеоблоге вы сказали, что финансирования недостаточно. Можете уточнить, сколько не хватает и на что? Раньше были понятны цели, а сейчас с переходом в шаржу все очень размылось. И второй вопрос, вытекающий из первого. Действительно ли нам так нужны 20 километров высокоскоростной трассы, которые потянут еще 200 миллионов долларов? Быть может, 2 километра плюс испытательный стенд, плюс компьютерное моделирование. Все это будет достаточно для проведения тестов и убеждения заказчиков? Ну, финансирования недостаточно. Я это говорю и не первый год, оно всегда было недостаточно. И ведь когда я писал этапы развития Skyway в 2014 году, то это был оптимистический сценарий. При этом я писал его как инженер, какие этапы надо пройти, какие сроки, что надо сделать, а не как инвестор. К сожалению, ведь привлечение инвестиций от меня не зависит. У нас уже сотни тысяч инвесторов, это от них зависит. Это зависит от тех сетей, которые работают, от тех агентов, которые привлечены, от инвестиционных фондов, которые привлекают деньги. Не я же привлекаю деньги. Я делаю инженерную, в первую очередь, часть этой работы. И возникали форс-мажоры, вот Литва, в частности, она отбросила нас на 1,5-2 года, если не больше. Но сейчас, например, коронавирус, это пандемия, это же коснулось всего человечества. И возникают другие, более мелкие проблемы и форс-мажоры. Поэтому финансирование было недостаточно всегда. Ни один этап мы не закрывали с нужным количеством инвестиций. И поэтому приходилось все время, можно сказать, изворачиваться, искать пути, как за меньшие деньги, значительно меньшие деньги, несмотря на проблемы и форс-мажоры, все-таки сделать как можно больше и как можно более высокого качества. И, как видите, это все все-таки удавалось сделать, хотя бы потому, что мы видим здесь, в Экотехнопарке. Посмотрите, как много сделано за такой короткий срок. И возникали инженерные проблемы, и технические, и организационные, и строительные. Но мы их все преодолеваем. Сейчас уже другой этап. И этап выхода на рынок. Конечно, мы планировали это раньше сделать, но по ряду причин, которые я перечислил, это сдвинулось фактически на 2020 год. Для выхода на рынок стало понятно, что нельзя заказчику или крупному инвестору показывать концепт. Это, конечно, надо показывать для того, чтобы показать, что технология-то работает. Но это, образно говоря,
как некоторые конструкторы рассуждали, что ну вот мы что-то делаем, и главное, чтобы оно поехало. Оно все поехало, и все работает, и все отвечает тому, как, ну, что я декларировал. Это самый эффективный транспорт, самый безопасный, самый недорогой, который может перевозить и пассажиров, и грузов, и с низкими, и высокими скоростями, и который займет свою нишу и может стать и станет самым главным транспортом на планете Земля в 21 веке. Все это показано, но если вы, допустим, придете в салон, магазин по продаже автомобилей, а вам будут показывать, допустим, одну модель автомобиля, а потом скажут, что сейчас Mercedes выпускает новую модель, которая вот такие-то характеристики улучшенные, вы его покупайте. Вы скажете, нет, я подожду, когда он его изготовит, сертифицирует и поставит в салон, тогда я его куплю. То есть заказчик, покупатель не будет покупать что-то примерное. У него есть определенная задача, допустим, возить контейнеры с одного там спорта куда-то, на склад или в другой город. Его эта проблема интересует. И он хочет увидеть Unicont, который может перевозить именно контейнер, а не что-то другое. Весом до 35 тонн, это 40-футовый контейнер морской. И со скоростью, как мы его декларируем, 150 км в час. Если мы этого не покажем, это, то у нас не купят. Если кто-то хочет реализовать проект там, по перевозке высокоскоростной из города одного в другой, город пассажиров, то он хочет увидеть именно высокоскоростной юнибус, а не, и который развил на тестовом участке скорость, которую мы декларируем, 500 км в час. И если заказчик живет в тропиках, в жаркой стране, ну взять Объединенные Арабские Эмираты, где песок, где у нас снег проблема, у них песок. Все заметают песком. И железнодорожные пути, и асфальт, все заметают песком. Где кругом море, и соли в почве, и в воздухе, все очень быстро корродирует. Где сильнейший ветер дует, ураганы бывают. И он хочет увидеть то, что он заказывает, чтобы оно работало именно в таком виде, как он хочет увидеть в проекте. Именно в этом месте, где он и заказывает. Нельзя показать Белоруссии и говорить, купите в Объединенных Арабских Эмиратах. Они скажут, да, прекрасно, все работает, все замечательно. Вы абсолютно правы, все, нам это нужно. Ну покажите все-таки у нас. А вдруг что-то там у вас не то будет. А вдруг там ветер сдует. А вдруг песок забьет там путевую или ваши там, я не знаю, колеса, подшипники, и он вообще не будет ехать там ваш юнибус или юниконт. Да может в коррозии съест все ваши конструкции, и через 5 лет все это рухнет. Вы же покажите у нас это все, да? Поэтому на все это нужны дополнительные инвестиции. А как мы можем построить трассы в Эмиратах без финансирования? В планах этого не было. Но если там есть заказчики, если они готовы платить, а это так, и мы работаем с заказчиками, и им это нужно, то, что мы делаем, и они видят, что мы начали там работать, и они видят, что мы не просто декларируем, а вот уже построили первую тестовую трассу, провисающую 400 метров. То есть мы этим показали, что технология, она работает, и она возможна в этой стране, в тропиках. Но для того, чтобы получить заказ, допустим, на
перевозку контейнеров, да, то надо построить трассу, где мы будем возить контейнеры. И там должна быть машина Unicont, которая будет возить контейнеры, и заказчик это увидит. И более того, мы в этой стране должны это все сертифицировать. В этой стране. И вот эта работа ведется. Она ведется, мы работаем и строим эти тестовые трассы, где мы можем развить скорость 150 км в час. Для этого длина трассы должна быть не менее 2,5 км. И поэтому отведен участок земли такой, что же, в технопарке, где мы строим инновационный центр. А для того, чтобы показать перевозку пассажиров со скоростью 150 км в час, нужна опять же трасса длиной 2,5 километра. Иначе ну не разгонишься и не затормозишь. Это ведь не спортивный болид мы делаем, это же общественный транспорт. Там должно быть ну, приемлемое нормативами ускорение при разгоне и торможении. И поэтому получается путь разгона до там, 150 км в час почти километр и торможение почти километр. И при этом, если мы там покажем, как вот сейчас мы юникар шестиместный, то заказчик это не устроит, потому что заказчик, допустим, в Дубае, они очень традиционны в нашем проекте, и нужны перевозки пассажиров больше, чем дубайское метро, которое построено в эстакаде. Там 28 тысяч пассажиров в час. Им необходимо больше объема перевозок. А больше объем перевозок не обеспечишь шестиместный юникар. И 25-местный юнибус не обеспечит. А только поезд обеспечит. Набранный из отдельных юнибусов, вагончиков. Тогда мы можем и 40, и 50 тысяч пассажиров в час перевозить. Но мы должны это показать, и мы это сейчас делаем. И на это тоже нужны деньги. И здесь, в Беларуси, в экотехнопарке, мы делали тестовые трассы. Ну, во-первых, они все меньше километровой длины. Поэтому скорость здесь максимально там, 90-95 км в час можно получить. Безопасно. И делали под невысокие нагрузки. Ну, по целому ряду причин. Тоже с нуля начинали, недостаточное финансирование. Мы не могли большие сложные машины сразу сделать с самого начала. Поэтому для этого направление тоже есть рынок. Он есть, он будет, и это все будет реализовано. И все наши юнибусы, юникары, юнитраки, которые мы сделали, тоже будут реализованы, будут проданы. Но не как первые проекты. На них интерес есть, но они, вот видите, пока-то заказы на вот именно такие легкие машины, низкоскоростные, они откладываются на будущее. И поэтому все это требует дополнительного финансирования. Хотя, по большому счету, оно никакого не дополнительное, оно в рамках 15 этапов. Но оно должно быть сейчас, а не потом. Если не будет сейчас финансирования, то мы ведь не сделаем то, что нужно сделать, чтобы выйти на рынок. Хотя можем пытаться выйти на рынок с тем, что у нас есть, но это мод займет еще год, два, три, может быть. А мод и завтра. Я не могу это прогнозировать. Поэтому очевидно, что нужна поддержка инвесторов. И, естественно, у нас уже наработки по крупным инвесторам. Есть, они придут и в этом году, это без сомнения. И потому что они видят, что мы активно работаем в Шарже. И даже в это сложное время, когда многие предприятия стоят и многие не работают, мы все равно продолжаем там работать в Шарже. И это то, что касается ну, скоростного движения. А вот высокоскоростное, тут вопрос был, там нужно 200 миллионов долларов, чтобы получить, да, 500 км в час. Ну как мы можем без тестовых испытаний выходить на рынок, если
Юнибус высокоскоростной на трассе, реальной трассе, не будет ездить со скоростью 500 км в час. Ни один заказчик не закажет такой проект. Он скажет все равно, вы покажите, я закажу, я хочу, мне нужно. Вы покажите. Стенды, мы, естественно, делаем стенды. Будем получать там скорости 500 км в час, но это стенд. Стенд не моделирует всю машину. Стенд не моделирует путевую структуру. Всего. Где есть пролеты, где есть определенная жесткость, там, гибкость элементов, где есть опоры, где есть температурное влияние, где есть ветер, где, опять же, соли в воздухе или песок там на рельсах. Стенд это не моделирует. Поэтому, естественно, параллельно с моделированием на стендах мы должны уже осуществлять опытно-промышленную отработку того, что мы спроектировали. Да, мы прототип изготовили и показываем его на выставках высокоскоростного юнибуса, который, да, способен развивать скорость 500 км в час. Но в это поверят только тогда, когда он реально поедет по путевой структуре с такой скоростью. Он здесь ездит. Ну, скорость там 60-80 км в час по фермерной конструкции в экотехнопарке. Ну, это скорость для городских перевозок, а не для междугородных высокоскоростных. Хотя мы на этих скоростях тоже отрабатываем, естественно, определенные узлы, элементы, поведение конструкции, потому что там все-таки подвеска другая, она более мягкая, и колеса другие, и путевая другая, и головка рельса отличается. И, естественно, вот эти элементы и особенности эксплуатации высокоскоростного юнибуса отрабатываем и на малых скоростях. Но поскольку мы в свое время не получили здесь 21 километр участок земли, чтобы построить тестовую трассу, если мы, конечно, получили в свое время, это больше 2 лет назад, то, наверное, уже к этому времени мы уже ее построили. Но нам землю не дали. Поэтому сейчас, как вариант, мы либо снова возвращаемся и получаем землю здесь, в Беларуси, либо делаем высокоскоростную трассу тестовую в Объединенных Арабских Эмиратах, где нам уже землю выделили. Но в любом случае, без тестовых трасс, где мы покажем скорости 500 км в час, мы на рынок не выйдем. Это просто останется красивой технологией, очень нужной всем. Но буду ждать, что тогда кто-то другой доведет, допустим, китайцы или это, опираясь на то, что мы сделали. Они покажут 500 км в час на своих тестовых трассах, и тогда у них будут покупать эту технологию, а не у нас. Ну, я достаточно подробно описал, чтобы мы понимали, что вопрос этот непростой. И здесь нельзя отвечать «да», «нет», надо все-таки объяснять достаточно подробно. Так. Развернуто вообще? Нет, только так. Я против «да», «нет» и интервью там за минуту. Это неправильно.